Если вас достали идиоты вокруг, то обязательно сходите на новую голливудскую комедию «Ужин с придурками». В ней вас научат, как от общения с придурками получать удовольствие. Джим, познакомьтесь, это мой друг Луис и его жена Дайан. Жена? Пока, да. Ох уж эти корпоративные правила. У кого-то на работе строгий дресс-код, у кого-то перекрыт доступ в социальные сети. Но это еще цветочки. В одной американской компании босс ежемесячно устраивает ужин для коллег. Каждый сотрудник должен привести с собой какого-нибудь идиота, другим на посмешище. Я отложил яйца. У тебя в мозгу! Вытащи их немедленно! Уж если связался с таким типом, готовься ко всему. И на работе все пойдет кувырком, и в личной жизни. Да и вообще, о покое придется забыть. Он славный малый, но разрушительный, как торнадо. Главного шута сыграл популярный американский актер Стив Карелл. Это имя уже давно стало знаком качества для любителей комедий. Сложно ли сыграть полного придурка? Ну, как вам сказать, ведь в каждом из нас что-то такое есть. И в этом вся прелесть фильма. Ты можешь узнать себя во всех этих фриках. Поставил фильм режиссер Джей Роуч, автор «Знакомства с факерами», «Знакомства с родителями» и трилогии об Остине Пауэрсе. В Америке новую картину уже оценили. На российские экраны «Ужин с придурками» выйдет в середине осени. Мне кажется, что ты считаешь меня идиотом. Главное, не вставай с кресла. Тим!